Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте. С наживкой у меня опять сегодня беда. С погодой чуть получше. Маленько наловил. Попал один под язычек. Сорожка вот такая. Порежу их, если не хватит мне ершей. Попало еще пару ельчиков. Пара мелких сорожек, тоже их наживлю. Вчера наживлял половину сорожкой. Не знаю, что сейчас будет там на удочках. Ладно, вперед из песни. Леха уже уехал наживляться. Я понадеялся вчера на снег, а он хрен засыпал мне лунки. Нифига. Ё-моё. Ну да ладно. Мы начнем сегодняшнюю проверочку. Вчера удочки все эти наживил ершом. Ух, натяжка какая. Прикольная. Ёж сидит один. Не съели его. Даже живой. Налим хороший. Ага. Бонус. Бонус есть. Опа. Поводок как источил тоже уже. Оба! Хорош. 6 кг, наверное. Есть. Видать, к нему боялись подплыть. Сожрать второго ерша. Ерш шевелится маленько, но, наверное, все-таки наживлю свежего. Он уже не такой этот сопливый. Экономить не будем, на улове не стоит. Все покрылось куржаком со вчерашней погодой. Погода вымочила вчера, ага, вообще. Ну, давай еще раз так же. Ага, есть натяжечка и тут. Не бонусы, ну пара. Так, ты что у нас дремлешь? О, этот собакам. Жабры уже побелели. Вчера, видать, сразу приснул. Жабру проткнул ему этим крючком. И все, кранты ему. Собачкам. Дальше надо прокинуть. Оба. Жаль, конечно, но ничто не поделаешь.
Оп, тоже дремлет. А нет, этот еще шевелится. С этим еще повезло. Этот еще живой. Плавники еще дергаются. Ну, кое-как уже. Почти на грани юмора. Погодка сегодня просто кайф. Снежок мелкий посыпал. Ветер практически нулевой. Ну и глянем, что даст нам этот перемет. Давненько он не давал бонусов. Может, сегодня что подкинет. Наживка для него сегодня будет резанный под язык. Ершей ему не досталось. О, сразу налим. Такой плотненький. Попал на сорожку. Сюда я дохлых сорожек вчера наживлял. Парочку. Второй сорожки нету. Содрали. Одна шкурка осталась. Тут тоже шкурка. Ёрш еще живой сидит. Не съели нифига его. Ну вот и тут пяток налимов. Отлично, хороший улов на сегодня. Можно порадоваться. Там 5, там 5 и там 6. Вороны сегодня заняты, он на тех лунках. Там сети проверяли. Видать, что-то им осталось. Как всегда, с вами был канал «Это не диалоги, а рыбалки». Как всегда, с вами был Енисей. Как всегда, с вами был я, Костян. До новых встреч на Енисее. Всем не хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. А я вперед из песней.